В Артеме на автодроме «Приморское кольцо» состоялись соревнования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях. Одним из организаторов заезда выступило Главное управление МЧС России по Приморскому краю. Мероприятие подобного формата проводилось в Приморье впервые и собрало 8 команд со всего края. В первую очередь на них, как я уже сказал, повышается профессиональное мастерство, водители делятся своим опытом. И самое главное, здесь, на этих соревнованиях, они показывают то, чем занимаются на каждодневной своей работе в боевых условиях. В работе водителей пожарных автомобилей счет часто идет на секунды. Необходимо принимать быстрые и верные решения даже в самых сложных для маневра ситуациях. Именно поэтому такой актуальной стала возможность проведения соревнований, в которых специалисты могут отточить свое мастерство и продемонстрировать профессиональные навыки. Самая большая сложность – это, естественно, дворы, запаркованность. Много где ночью, надо подъехать близко, быстро, и не всегда есть такая возможность. Победу в состязании одержала команда 7-го пожарного спасательного отряда из Уссурийска. Второе и третье места поделили между собой команды из Артема и Спасска Дальнего. В торжественной обстановке команды победителей были награждены памятными кубками и медалями. Екатерина Зверева, Владислав Шлыков, Денис Фадеев. Новости на 8-м.